Только сейчас заметил, уже попрощался вроде бы, вчерашнюю работу Сергея Валерьевича и его брата Андрея. Это они привезли с деревни. Сейчас они обзавелись стареньким дряхленьким УАЗиком. А раньше они как делали? Они привозили, но как? Они делали по-другому. Ездили в деревню на легковушке, деревню, в тайгу, стряхивали полностью вот этот же самый ком земли, привали и получали. Кстати, покажу, что получали. Они для посылок еще годятся, но с голыми корнями, если бы вы видели, какие ужасные корни у корневых отводков. Это первый год, когда они выкопаны, да? Вот еще не распроданы, видите? Вот их средний размер. Понятно. Вот. Возвращаюсь опять к ним. Так. О, груши зацвели. Сливы зацветают. Ну, им эти, видите, они цвели уже, когда позавчера были заморозки. Ну, им эти заморозки по барабану. Они покрепче абрикоса. Вот. А все-таки, обзаведясь такой техникой, как старенький УАЗик, вот, они теперь привозят вот такие вот с комом земли. И тогда у них вырастают мощные деревья с мой рост. Так, учитывая возраст, это примерно двухлетка. Это примерно двухлетка. Да, здесь в среднем они выбирают двухлетки и умудряются вот такой толщиной прививать лучиной капулировкой. Вот редко в расщеп. Сергей вообще не любит расщеп. Скорее выбросит саженец, который уже вот имеет вот такую толщину. И в результате мощный рост, совершенно здоровый. И уже потом, когда вот этот самый, может, и здесь фотографию подберу, уже потом, когда на второй год вот привили, да, или осенью, уже ближайшую осенью, этой же осенью, еще раз говорю, там страшнейшие корни, там их фактически нет. И они чудом держатся на этих корневых отводках. Вот. Земля чудом держится. А уже осенью этот, они так прекрасно развиваются, будучи отсоединенными от мамы. Это, подчеркиваю, все это корневые отводки. Вот. И, вот все покажу. Это они свежие привезли. А это, как только УАЗик обзавелись УАЗиком, так еще привезли еще осенью. Вот. А закопать не успели. Настолько мощь, настолько жизненная сила у них. Смотрите, зиму простояли. Внимательнее будьте. Видели? Они простояли зиму. Вот так вот незакопанные. И снега не было. И ничего им не случилось. Никогда не найдете, обратите внимание на них, вон они. Никогда не найдете среди них ни одного мертвого. Вот так вот.